Все произошло накануне вечером. По предварительным данным, хозяин дома занимался прочисткой засорившегося стояка выгребной ямы. В какой-то момент из ямы выделился природный газ метан, который мужчина вдохнул. После этого он потерял сознание. Стирал машину, вода не идет. Машина стирает, вода. Ну, колодец открыли, полезли туда. Сначала, когда к нему отец полез, лестница была. Потом вот там задохнулся, или что, потом вот... Сынба потом? Ну да, взять. Плохо вышло включить траву. Услышав крики отца, на помощь мужчине пришел его сын. Пытаясь спасти папу, он сам задохнулся и потерял сознание. 57-летняя жена и мать погибших позвала соседей, однако не дождалась их и попыталась сама вытащить супруга и сына. В какой-то момент женщина сорвалась в яму и также погибла. К приезду спасателей все трое были мертвы. Родственники погибших до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. О том, что здесь произошло, они пока не хотят говорить. Сегодня родственники и друзья приехали на прощание со своими близкими. По словам людей, смерть целой семьи потрясла всю округу. Сейчас по факту смерти троих человек Следственный комитет Татарстана начал доследственную проверку. В дальнейшем тела на поверхности закрыли спасатели. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Тела направлены в морг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».